До календарной зимы осталось чуть больше месяца, однако первые снегопады могут начаться уже сейчас. Насколько городской округ готов к борьбе с зимними осадками, показали на общеобластном смотре техники. Все подробности у нашего корреспондента. На парковках вокруг здания администрации сегодня только коммунальная и дорожная техника. Здесь представлен практически весь арсенал городского округа, который будет задействован этой зимой. От подручных средств и материалов до снегоуборочной техники и автовышек, предназначенных для очистки кровель. У нас достаточно много домов в городском округе. В большей степени это Малаховка, Томилина. Часть есть в Красково, там, где крыши носят характер именно ската, там, где температурный режим, переход из плюса в минус, образуются сосульки. Конечно, их необходимо убирать оперативно, чтобы ни в коем случае не допустить каких-то падений. Свою технику представили ресурсоснабжающие и управляющие компании, а также дорожные и аварийные службы, которые работают на территории городского округа Люберцы. Каждая организация отчиталась о готовности к зиме. На сегодняшний момент у нас в обслуживании 414 многоквартирных домов. Планируем, это 126 дворовых территорий, порядка 150 человек персонала будут обслуживать зимний период, это дворники. Заключены договора с подрядными организациями, дополнительное на усиление, это и на технику, и на людей. Также договора на вывоз снега и на уборку снега с крови. Всего в смотре приняло участие 170 единиц техники и более 250 рабочих. Проверка коммунальных служб прошла при участии сотрудников Главного управления содержания территорий Московской области. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.